Усердные тренировки и постоянная практика – вот залог успеха любых спортсменов. Прогресс юношеских команд по мотоболу налицо. С каждой игрой молодежь набирается опыта, и матчи становятся интереснее для зрителей. Особенно, когда на поле лидерские составы – «Металлург-2» и «Колос-2». Можно выделить некоторых ребят, которые уже играют, подключаются в основной команде «Металлург». Это у нас два человека, Русанов и Мельников. Вот. И здесь они прогрессируют, лидеры. Первенство России для юных мотоболистов – наивысшие отечественные соревнования. «Металлург-2» – лидер своей группы. Многие игроки других команд мечтают присоединиться к видновчанам и стать частью самого профессионального клуба страны с большой историей. К матчам с «Металлургом» готовятся особенно. В частности, поэтому и эта встреча получилась такая захватывающая. Настрой у всей команды боевой, также у команды соперников. Все готовились на это соревнование. Мы тренировались всю зиму, весну, осень. И считаю, что достойны для победы. Уступать ипатовцы не собирались. Встреча закончилась со счетом 3-2 в пользу «Металлурга-2». Теперь оба клуба отправятся в Усть-Лабинск Краснодарского края, где продолжится первенство России. Видновчанам предстоит хорошо постараться, чтобы проявить себя в полуфинале и иметь возможность побороться за звание лучших в стране. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.